Так, 15 февраля 2022 год, Харьков, 5:06 по Киеву, Харьков, и это Венера. Встает над горизонтом. Шестьдесят 4 миллиона километров до Венеры сейчас. Похоже, конечно, на убывающую Луну. Даже предполагал кто-то в предыдущих съемках, что это она. Но Луну я сейчас тоже покажу. Так, отошел. Отошел от камеры, даю Венере самостоятельно пройти через кадр. Светочувствительность ISO 125, выдержка 1 к 100. Фотоаппарат Nikon Coolpix 5000. Ждем Марса и, может быть, даже Меркурия дождемся. Завтра полнолуние и элонгация Меркурия, то есть он будет на наибольшем удалении от Солнца для наблюдателя с Земли. Но погоду нам обещают завтра уже нелетную. Так что если что-то рассмотрим, то рассмотрим это сегодня. Сейчас пока пошли к Луне. Тоже, если не получится снять полнолуние, так хотя бы за день до полнолуния поснимаем. Периодически останавливаюсь, чтобы не дышать на камеру, потому как морозно, дабы не запотевали объективы. Надо же. Вечером снимал вчера. И вот этот кратер. Кратер Тихо. Тихо Брага был справа. А теперь он левее сместился. Вот так маятником Луна качается всего за несколько часов. Интересно. Очевидно, ухудшилась видимость по сравнению со вчерашним вечером. Явно присутствует дымка. Существенно то, что вчера вечером я снимал Луну в зените, а сейчас она уже гораздо ближе к горизонту.
Вот тебе Тихо Браги, ну то есть кратер Тихо. Вот через плотные слои. Атмосфера проходит, смотрим мы на нее. Сквозь плотные слои атмосферы. Так, отошел от камеры. Даю возможность Луне самостоятельно пройти через кадры. ISO 125, выдержка 1:80. Красотулька. Селена. Вот он во всей красе. Кратер Тихо. По-моему, 80 километров в диаметре. И выбросы материи при падении этого астероида видно. Лучи расходятся, как лучи в стороны от кратера. Так, ну хорошо, не будем затягивать. Дубль все равно, аппаратура его обрежет. 15 февраля 2022 год, Харьков, 5:14 по Киеву, Харькове.